второй как бы приход в палату, как мне кажется. А для меня очень важен именно количеством тех дел, которые мы можем сделать, которые полезны стране. Вот если вы помните тот созыв, да, наша комиссия, кстати, она в публичном пространстве была самая, так сказать, упоминаемая. Древний Радонеж. Мы защитили Древний Радонеж от застройки массовой, да, и были приняты охранные зоны, и этот уникальный совершенно комплекс сохранился. Бородино, да, так сказать, опять-таки на Бородинских полях были приняты охранные зоны благодаря такому активной работе нашей комиссии. И, слава богу, даже, по-моему, несколько домов снесено было, которые были незаконно построены. Сундук на Красной площади, который благодаря усилиям нашей комиссии, так сказать, да, быстро разобрали. Кладбище Первой мировой войны на Соколе, да, если вы помните. Это главное кладбище героев Первой мировой войны, где лежат генералы, командующие, члены правительства. Там планировался торговый центр. Благодаря нашей комиссии нам удалось отменить постановление Юрия Михайловича Лужкова тогда и, собственно, сохранить это кладбище. И в этом составе мне бы хотелось, когда закончится этот срок, собственно, да, за собой иметь какие-то дела, которые можно предъявить людям и в конечном итоге, так сказать, на их суд, да, что ты не зря занимал это место и, собственно, есть там, может быть, чем гордиться или в душе радоваться, что это получилось. И это важно для страны, для народа, для общества.